Сборная команды республики по вольной борьбе начала подготовку к чемпионату России. По итогам тренировочного сбора в основной состав команды попадут около 25 человек. После контрольных схваток тренерским штабом будет определена окончательная заявка на турнир. К старту они будут на пике формы. Надеемся, что мы порадуем наших болельщиков, тех людей, которые за нас переживают. Надеемся выступить успешно. В одном зале собрались сильнейшие воспитанники осетинской школы борьбы и даже представители других государств. Таймураз Тигиев, Аслан Алборов и Хетак Газюмов. Они вернулись из расположения своих сборных, чтобы провести совместную тренировку, поддержать свою форму и поделиться спортивным опытом. Вы же знаете, что осетинская школа – это самая лучшая школа в мире, я считаю. И как бы я представляю Азербайджан, но стараюсь больше находиться дома, чтобы тренироваться со своими ребятами, которые очень высокого класса. А так, в принципе, я сбор прохожу в Азербайджане, а сейчас вот чисто технически подтягиваюсь. Борцы должны завершить сбор до 5 мая. Уже на следующий день команда отправится в Дагестан, где стартует чемпионат России. На нашу сборную возлагают большие надежды. По итогам турнира лучшие представители вольного стиля квалифицируются на Европейские игры. Артем Балатаев, Евгений Маркин, Осетия ТВ.